Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сером 1 холиплей, первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, он будет в описании под видео. Ну что, сегодня у нас необычное видео, вот этот человек Алексей Камаматов, он закинул вообще 7 миллионов для того, чтобы я снял просто видосик. И поэтому сегодня мы закупим в нашу Фому, в наш особняк машин. Большое тебе спасибо, Алексей Камаматов. Передаю тебе привет и передаю семье на 07 серии Камаматовым передаю привет. Ну что ж, я думаю, давайте погнали покупать тачки. В принципе, пошли на улицу. У нас автопарк здесь небольшой, это 2 BMW, 2 кабана, и вместо кабанов, вот это S600 и кабан, вместо него хотелось бы купить другие машины. Пишем команду F меню, потом управление транспорта, список всех машин, и вот вместо этих S600 хотелось купить бы Yamaha, поэтому сейчас мы продаем. А, да, давайте я, кстати, вам покажу. Вот, смотрите, Алексей Камаматов 7 миллионов закинул в общак. В принципе, вообще просто, я реально в шоке был. Как бы, я думал, он шутит сначала, но потом, типа, говорит, давай 7 миллионов дам, типа, для серии. Пишу, давайте поснимем то, как покупаю машину, потому что, ну, куда 7 миллионов тратить, я вот серьезно не понимаю. В казино идти не особо хотелось. Все, пишем F-меню, информация о особняке. Видите, деньги лежат, 7 миллионов 400 тысяч, поэтому пишем F-меню, потом управление транспорт, список. Продаем сначала вот эти тачки, так, продать, за лям их продаем, ну, такое, конечно. Так, управление транспортом, список, Mercedes тоже продаем. Его. Все, продали, пишем потом F меню, управление, снова список всех машин и выбираем здесь Yamaha. Я хочу реально Yamaha купить. Я спрашивал у него, он сказал, типа, ты глава, ты выбирай, какие тачки покупать. Так, как она называется, я забыл, типа, она теперь называется не Yamaha, а по-другому. Но как, я на самом деле не помню. А, Дугати, точно. Дугати, но, по-моему, здесь его нету. Есть Мустанг, но Дугати я здесь вообще... А, вот, Дугати стоит у нас лям 500, покупаем. Все, плюс один Дугати, пишем F меню, управление транспортом, список всех машин. И еще одну Дугати сейчас купим. Так, далее. Так, Дугати. Кирилл, передай Фоме 07-го Хаматову привет передаю на 07-м сервере еще раз. Так, Дугати купить. Вот, еще одна Дугати. И у нас в общаке остается сколько денег? Так, информация о семье. 6 миллионов еще есть. Ну, не знаю, что купить. Давайте посмотрим, в принципе, что можно за эти деньги купить. Хоть как минимум хотя бы две машины. Так, выбираем, да, и смотрим. Так, давайте еще подороже будем убирать. А, Мустанг, Савана, Хонда, R600 какая-то. Audi R7. Ну, блин, 25 миллиона Audi. У нас есть одна Audi. Я еще покупал, когда на лям стоила. Поэтому, я думаю, смысла ее покупать нету. Lexus LX сильно дорого стоит. Ну, сейчас что-то выберем, короче, пацаны. И уже, я думаю, продолжим. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс либо ударстак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Короче, давайте купим, я думаю, два Ford Raptor. И будет вообще замечательно. Вон один появился, и давайте купим еще один. Так, управление транспортом, список. Потому что давно хотелось Raptor купить Фому, поэтому давайте мы их купим. Правда, видите, 6 миллионов, ну даже 7 миллионов, это маловато было. Ну, в принципе, большое спасибо тебе, Алексей, и твоей семье на 07, либо это не твоя семья. Ну, короче, неважно. Так, давайте еще один Ford Raptor найдем. Где-то он должен быть здесь, вроде бы как, либо не здесь. А вот, Ford Raptor, еще один покупаем. Купить Ford Raptor. Во, как тебе? Думаю, заебись. Купил две Ямахи и два Раптора. Все, я думаю, заебись. В принципе, давайте прокатимся. Давайте хотя бы один из них возьмем. Садимся. Так, садитесь. Респект, просто зашибись. Так, можете другой Раптор взять. Ну, блин, Рапторы на самом деле классные тачки. Поэтому, я думаю, нельзя я их купил. Раптор реально по кайфу машины. Вот, тут тоже Раптор, кстати, стоит. Ну, теперь, короче, пацаны, у нас вот такой вот автопарк. Потратили мы сегодня 7 миллионов. Как бы, даже больше, по идее, мы потратили. Так, управление транспортом, список. И теперь у нас 2 BMW F90.
это две Дугати, одна РСК и два Раптора. Я думаю, автопарк довольно-таки неплохой. Ну, это где-то на лямов, наверное, если BMW по 6 миллионов. Лямов 20 примерно у нас автопарк. Ну, я думаю, нормально. Просто, блин, я вот сам не могу Фому тянуть, вы сами понимаете. Поэтому, кто может, кто хочет, можете вообще деньги кидать, и будем покупать машины для семьи. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Большое спасибо Алексею Камаматову. Камаматов, вроде бы, правильно я читаю. В принципе, сложная фамилия, ну ладно. В принципе, все. Всем спасибо. Ставьте лайки, вводите мой промокод и ждите новых серий. Всем пока-пока.